Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Пикачу, Бульбазар, Фантом, как всегда, отличное настроение. Пацанчики, скажите привет. Привет. Всем привет. Здрасте. Сегодня у нас очень классная рубрика, аниматроники, поэт охранника, карта FNAF 3, самая любимейшая, которая есть во FNAF'е. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. I am a candy cadet. Пацаны должны тут сделать себе калитку смерти. Вот такую, которая даже... Слышь, ты меня сразу 150 хп отнял. Ого, ты псих. Давай, добивай меня уже, добивай. Калитка-убийца. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Веселимся, угораем и мочим друг друга бешеной калиткой. Бабушкины калитки в действии. Ладно, давайте. Даю вам еще чуть обустроиться, там же у вас еще есть... А вентиляцию? Вентиляцию тоже заделываете? Я поставлю. Давай, смертельная калитка 2.1. А мы пока здесь погуляем. Извини, обстоятельства. Ой, ё-моё. Эй, ты чё с гранатой ходишь тут? Блин, у меня же жизни мало, 750 жизней всего. Ой, я аж застрял от взрыва. Там мои эти люстры шатаются по всей карте. Мы на этой карте очень давно не играли. Кстати, карты FNAF 3 где-то 6 разных версий. Это одна из них. Пацаны, вы там строитесь? Эй! Ух ты! 400 жизней осталось. Надо внимательно, надо крошку не подпускать к себе. Вот он какой-то бешеный. Так, я слышу вас. Калитка в действии. Все четко. А что ты хотела с ножичком на меня? Не получится. Еще твою трубу буду пинать. Ты маленький. Закрывай! Пацаны, ну что вы? Пригвоздитель не работает против меня. А нет, ты не попал по мне просто. Отлично, Бульбазар, молодец. Мочи своих, мочи. Тебя забанят потом в следующий раз. Ух ты, калитка мне по жопе дала. Нифига себе. А блин, меня пригвоздили. А ваша калитка ничего мне не может сделать. Я вспомнил. Ты чё оружие такое жестко берешь? Давай. Туалет придавил Бульбазавра. Так и можно эту дверь удалить? Её нельзя удалить. Карта очень маленькая, но мне нравится она. Гори. Я сожгу тебя. Слышите меня? Нет. Я слышу, что кто-то горит. Это я горю. Я по вентиляции иду. Нет у тебя на вентиляции? Нету? А, нету вентиляции у меня. Слышишь? Да. Какие-то звуки еще издаю? Нет. Я готов тебя убивать. Одинаковый звук. Это тоже звук такой же. А зачем вы дверь удалили? А ее никто не удалял. Я знаю, где ты. Где? Я же добрый. Рубль не работает. Дамажу. Я дамажу, кстати, по чуть-чуть. Ай-яй-яй. Убил. Блин, да ну нифига себе, ты меня уничтожил, а не убил. Это не убийство. Это издевательство над игроками. Так, маленьким Фредди. Давай, иди сюда. Ой, чё-то дамажит неплохо. У меня жизни нереально много. Крошка... Ты молодец, что ты всех дамажишь. Это обстоятельства. Ты не представляешь, насколько у меня много жизни? Я даже не знаю, как ты меня можешь убить. Ух ты, надо валить. Не убежишь далеко. Все, я понял. Миссия уничтожена. Успешно. Ух ты, аж немножко пролагала. Монетка не работает. Не успел. Нормально, да, пацаны? Гимнастический. Жестко. Я иду. О, ты оружие это взял? Да. Оно не поможет против тебя. Ну конечно, я же за угла могу мочить тебя. Я же псих.
Никто не может убить этого аниматроника. Я хожу как охранник. Руки за спину. Ты ё-моё. Ну а что ты хотел? Ну жёстко. Монтировка хотел меня убить. Ещё бы чуть-чуть и попал бы. Ещё бы чуть-чуть. Боже. Ну надо да. Надо тебя найти. Вы сможете, пацаны, я вас верю. Я здесь на крыше, я тут дом себе сделал. На, лови. Ой, ой. Так. Лови. Давай, давай, кидай, кидай. Чпоньк. Отлично, вот это они хотят меня уничтожить. Но у вас, пацаны, ничего не получается. Так, 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 отлично. Чиньк, чиньк. Я принес себе коробочку. Чиньк, чиньк. Ах ты. А чё я умер? Получается, я в ком-то появился, что ли? Я взорвался вместе с тобой. Не получилось у тебя. У меня 10 тысяч жизней, осталось 900... 9500. Не подходите ко мне, я здесь этот орудую. Я самоубиваюсь, взрываюсь. Так, подожди, тут столько аниматроников классных у нас есть. Так, я по вентиляции лажу. Кстати, прикольно у него этот. Анимация классная. Ой-ой-ой, пацаны хотят меня выкурить. Не-не-не, не получается. Ух ты. Ой, как я звук это нечестно. А что вы делаете? Друг друга мочите? Нет. Да я вижу, крошка-крошка, не кидай гранаты эти красные, ты убиваешь своих. А я пока полажу. Нормально у нас все. Все проходит четенько. Пацаны пока убивают друг друга, а мы здесь походим. Ого, граната взорвалась. Извини, обстоятельства. Я попал шаром? Нет, нет, не попал. Ладно, попал, попал. Но жизнь... Ой, а что-то меня подлагивает. А, это оружие вы взяли. Не берите его, пожалуйста. Сейчас мы возьмем другого аниматроника. Кто у нас тут еще есть? Что-то не дамажит твои шары. Я так медленно иду. Так. Я нашел, режим. Что против тебя взять. А что, что, что? Сейчас увидишь. Ой-ой-ой. Убил. Ты бессмертный. Нет. Я умер. Только анимация звука ведет до сих пор. Хорошо, пацаны. На том месте идешь. Вы прям хорошо, вот знаете, прям мочите меня. Давайте, испоганьтесь. Мы испоганимся. Ну блин, ты ее сзади убил. Я пошел, да. Я псих. Да не, я что за... О, я звуки классные издал, слышите? Ага, хорошо, хорошо. Да вы задрали! Так, ах, я позвал своего друга чужого. А что вы так мочите меня? Я тоже хочу вас убивать как-то. У тебя не получится убивать. Ну вот, смотри, одного нету. Я съел его. Вот еще одного съел. И еще одного съел. Кто? Ух ты! Офигеть! Чуть не умер. Классно, мне получается вас убивать. Нечестно. Честно? Как это нечестно? Это незаконно. Я же чужой, я могу убивать вас. И меня с офиса убил. Да это невозможно. Это возможно. Нет, у меня крошка-крошка не светилось имя, я вот тебя не убивал. Так, где вы? Вы спрятали.
Ух ты! Еще б чуть-чуть! Ё-моё! Меня калиткой прибило. Почти попал по тебе. Отлично! Отлично, ребята, я сегодня очень голодный, вы такие вкусные все. Так. Ах ты, вот так вот значит, да? Хи-хи. Так, 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 я знаю, ты оружие взял, это читерское. Я тебя сейчас одного высмокну и убью. У тебя ничего не получится. Да. Ну не стойте возле меня, я же вас всех убью. Да блин, я режим полета хотел отключить, вы меня убили. Я вам поддаюсь, пацаны, вы понимаете, что это подача идет? Мы верим тебе. Верите, да? Нет. Не верите. Нет. Сейчас попробую взять аниматроника, который невидимый становится. Ой, в жопе труда кто-то у меня оказался. Так, 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 так. Ничего не получится. Нормально. Все получается. О, да, ты взял. Да, скрабэби взял очень жестко. Да. Кто будет выходить с офиса, будет умирать сразу. Я не дам никакого шанса. А как? Где ты меня убиваешь? А я невидимый сижу на проходе прям. С офиса. Получается, как только выходит кто-то, я сразу мочу его. Отлично! Тебя не было-то. На записи посмотришь, я сижу невидимый. Пустите. Хоть читер. Отлично! Ты не попадаешь по мне, просто не попадаешь. Классно получается, мне нравится. Мне кажется, ты убежал оттуда. Нет. Я тебе не верю. Почти успел. Вот я был. Я псих. Как я псих. Вот это вы там разошлись. Меня можно только убить одним оружием, очень мощным. Мозгой? Нет. Ой, ё-моё, на меня гранату прицепили. Давай, давай, пацаны, мочите его гранатой. А у меня много жизни, я не умру. Мы тебе сейчас поможем. Я же сказал, мне я очень жесткий аниматроникс. А, вон он ты где был. А, нет, тебе тут. Вот где я. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега и подписчики. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 1. Все давно просили рубрику «Аниматроники пугают охранника». Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, пацаны, вы готовы проигрывать? Да. Идите на рабочее место. А ну все быстро. А ну быстро все. Так, давайте мы возьмем себе для начала самого классного человека. Можете мне там ловушки всякие прикольные ставить? Да. О, я взял очень скрипучего аниматроника. Говорят, что он очень добрый, когда не кусается. Скрипучий, вонючий. Не, он пахнет, я его смазал. Так, идем, идем, идем. У меня... Так, подожди, а кто тут ходит? Кто в мастерской? Никто в мастерской. Я могу невидимым вставать. Вы что там ловушки мне новые делаете? Эй, ты чё тут кинул? Я её съел. Ха-ха, я могу бомбы кушать. Так-так, я сейчас попробую пройти как-то и не зацепить ни одной бомбы. Ух ты. Ого, меня... Чё так откинулось сильно? Ничего себе. Потому что это толкательные бомбы. Толкательные бомбы? Я запомнил. Так-так-так, давайте аккуратненько пролезем. Привет. Я тебя знаю. Че, видно мою бошку? Да, впустите меня, я добрый. Уходи. Так, я пошел, убил двоих охран... Не, я еще должен был третьего убить. Хорошо. Я давайте живой. Возьмем.
Сейчас, Серега, мы это все исправим. Это легко исправляется. Я сейчас позову своего друга. А я еще прыгать могу? Видите меня? Эй, ты че стреляешь по мне? Так, надо как-то их красиво напугать, чтобы они меня не видели. Есть у меня один метод. Секретный. Ой, Назар, дурач. Так, давайте возьмем. Сейчас, есть у меня на примете один незаметный аниматроник. Вы что, у меня гасите? Я еще новый. Так, ребята, сейчас мы их красиво напугаем. А! Иди сюда! Блин, не успел. Убил? Нет. Не убил, да как? А, блин, я теперь не выйду, у меня гранаты набросали. О, я вижу, что вы делаете. Привет. Я не могу убить, я застрял. Ах, поджопник. Кто мне посрачников писал? Блин, да я в дверях застрею. Мои зубы новые. Вы меня посрачами сейчас убьете. Я еще так никогда не умирал. Блин, смерть от посрача — это очень стыдная смерть. Я сейчас всех убью вас. Есть. Серега, тебе монтировка залупил кто-то из своих. Вы что творите? Ах вы вакханальщики. Так, у меня половина жизни осталась. А. Что я могу еще делать? Прыгать могу. А, я могу тпхаться? А чё я не могу тпхаться? А, могу. Вы там набросали какие-то ящики вонючие? Чё это ты набросал, Серега? Оно пахнет как-то невкусно. Чё там в ящиках лежит? Ого, я сразу умер. С плюштрапа выпил Фредди, нормально. О, привет! Отойдите, пацаны, то я вас буду спамниться. Хорошо, давайте еще кого-нибудь возьмем. Так, давайте возьмем. Во! Волчара идет. Вы знаете волчару? Он очень добрый. Волчару? Да. У меня подарок тебе. Я такой негодяй. Смотрите, кто тут. Нормально? Пойдет, да? Так, аккуратно. Проходим. Да вы... А, у меня столько жизни, у меня это не берет штуковина. Волчару ничего не берет. Блин, эта пиццерия для волка очень маленькая. У меня по пояс тут все очень мелкое. Что такое? Да хватит меня мочить, пацаны, я же добрый. Кто кого еще пугает? Хорошо, давайте я возьму телепиздрика. Ого, вот тут забросали. У меня лампочка колбасится, дискотеку устроила. А сразу это харбас. Ух! А этот мишка что ли не убивает никого? Чё за... Блин, меня отталкивает. Хорошо, этот мишка не убивает. Давайте, знаете, кого возьмем? О! Вот это скорость. Вот это сила. Блин, у меня 1000, я смогу пролезть? Я могу тпхаться! Так. Мангл лезет. А я вижу, что вы делаете там. Так, пацаны друг друга мочат. Очень странно. Случайно. Привет. Вентиляции не хватает. Было вообще прикольно. Чё ты там скинул? А, не попал. Вот ты косой. Косожопый. Не попал. А, не, попал. Блин, чё-то много отнимает эту штуку. Больше 100 хп. Ай, блин, я ж дернулся. Чё мне так пугает? Я, блин, дернулся реально на стуле. А, косожопый. Косой. Ай, в спине торчит. Я тебе отомстил. Чё, кто еще с копьями на меня? Я никого не боюсь. Я, конечно, немножко механизм потерся, но ничего. Я не с копьями к тебе пойду. А с гостинцем. А я вижу, что ты делаешь. Я реально вижу. Ты с 4-ствольной базукой вышел. Ай, блин, отвали. Что за дерзкие охранники мне попались сегодня? Я их должен пугать, а они меня мочат. Давай, иди сюда. Я успел убить тебя. Ух ты. Накачали оружие куча, теперь можно издеваться, да, над Димкой? Давайте. Мне нравится. Ух ты. Блин, такой эффект прикольный.
Хорошо, надо взять аниматроника, который может их всех на место поставить. А что это за говно ты бросаешь? Это парашюты, да? Ай, на меня приклеилось! Серега, на мне парашют твой. Нормально ходим, пойдет. Это, короче, бронежилет у этой марионетки. Теперь вы меня не пробьете. Серега, попробуй с пистика стрельнуть, взорвется или нет? Риквей, давай, иди на Димас. Выходите, сыкуны. А как открыть вашу калитку? Аллах от... Аллаху Акбар, давай. Где ты, Дима? Где ты? Вот я. А что на тебя тоже прицеплено? Ого! Это Аллах Акбар был. Кстати, не сильно взрывается, Серега. Не очень так сильно. А если побольше нацепить? А ну давай побольше, давай попробуем. Нацепли на меня, иди сюда. Цепляй на меня очень много штук. Я не боюсь. Давай. Буду подопытным кроликом. Пока не потянет. Так. Во. О, пойдет, мне нравится. Тяжеловато уже, холодное какое-то. Так это пластилин. Это вообще C4, что ли, получается? Да, парашюты, вот я умный человек. Чё ты не пом... О, не, нормально. Так, давай еще. ФПС не падает. Так. Погоны тебе. Давай, погоны из C4, мне нравится. Я не знал, что так можно делать. Можно вообще придумать какую-то идею классную. Можно машины взять в следующей серии и попробовать, сколько максимально можно на машину приклеить бомб. Всё, думаю, а ну дай просто похожу с ними. Ого, я теперь переносчик C4. Погрузчиком устроился. Давай, Серега, жахай. Аллах. Ого, это сразу трупейшн. Дима. На. Ты что тут делаешь у меня дома? Вот так будет с каждым. Ты смотри, они меня убивать могут, а я нет. Так надо, короче, запрятаться от них и взять какого-то классного челика. Так, ну чё, попробуйте меня найти и убить. Так, наблюдаем за Серегой. Так. Нет. Нет! Нет! Надо тебя убить, успеть! Да отвали! Ты чё делаешь? Я вот. Есть. Кстати, Серега, как-то слабо жах. А, нет, эта бомба осталась? Я не успел нажать. Ух ты, только не на рабочий стол. Вот это жахнуло. Кстати, знаешь, что хотел? Я хотел ее просто убить, эту бомбу. Но она убила меня, все по-честному. Все нормально. Так, мне этого мало еще надо. А кто у нас тут есть такой прикольный? Кого мы качали? О, я Бенди позвал, кента своего. Блин, а что они такие все какие-то длинноногие? Ну, кто там у нас? Бендюха пришел. Ты что там закрылся, зашкерился? Пустите меня. Я застрял, Серега, я не могу вылезти реально. Что такое? Я не могу... А, вы меня посрочами что ли выбили? А у меня жизни не тратятся. Не понял. Что это за звуки? А, спасибо, пацаны. Отлично. Все, Бенди свою миссию выполнил. Ионовая бомба. Я лучше спрячусь. Бум. Да, отнялись жизни. Ну, не так много, как я думал. А ты смотри, что сейчас дальше будет. А, еще не все? Видишь дым? Да. Собирается. Ого, еще одна лишь жизни. Нормально жахнул. Он этого аниматроника ничего не берет. А сколько хп у тебя в общем? 5 миллионов. А, 4 миллиона 900 с чем-то там. Ладно, тогда я возьму помощь. Бум, сразу кишки из жопы. Моментально. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Даниэль, Dark Dragon, Dungeon Cherry, Секрет. Как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Здравствуйте, всем. Здорово. Давно у нас не было рубрики, всего несколько дней, аниматроники пугают охранника, и особенно вам нравится тогда, когда я играю за аниматроника. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Все, пацаны, марионетка готова. Какие у нас есть мы функции? Тоже. Очень детализирована марионетка. Смотрите, прям как видно впадины
То, что она вот такая вся рельефная какая-то. Ну, погнали. Кто не успеет закрыть двери, тот не успеет ничего. Не успела акула закрыть двери. Вы ж внимательно смотрите. Зря ты здесь ходишь. Сегодня я очень жесткий аниматроник. Готовьтесь, готовьтесь. Марионетка сегодня неадекватная. О, я даже вот такой могу конченый походняк делать. Такой звук классный, когда она тык-тык-тык-тык. Мне нравится. Закрыли дверь, да, все-таки успели. А я иду теперь на ту сторону. Спасибо. Эй, ты что, меня видишь? Да. А вот так вот. Я прям через стекло пролез башкой своей. Эй, на! Нельзя быть на той стороне окна, ты шо? Буду мочить каждого. Так, давайте другого аниматроника, который реально классные звуки издает ходьбы. О! Слышите? Да. Воу. Вот откуда? У меня есть. Пацаны, смотрите внимательно. Ой, здравствуйте. Вот блин, еще бы чуть-чуть. Да как догадался, что я сейчас вылез резко? Господи. Классный аниматроник, очень крутой. Ребята, напишите в комментах, какой ваш любимый аниматроник. Мой любимый Лефти, потому что идти на работу — это всегда очень круто. Привет! Пока. Что за чудо? Я буду сидеть здесь и смотреть, как вы работаете. Эй, нельзя так убивать друг друга. Я вас должен убивать. Ой, дурак. Ой, дурак, мне нравится это. Так, есть, каждый раз, когда я буду убивать, я буду брать другого аниматроника. У тебя кекс сквозь дверь просвечивается. А, видно, вот блин, палевно. Здравствуйте. На, хавай. Будешь хавать, на. Да, буду. Похавай. Классно, что я не подсвечиваюсь. Как-то очень странно. Кто будет выходить, будет получать по морде. Нельзя выходить никому, только я должен выходить. А как ты убил? Мы уже за дверями. А я случайно нажал атаку, а этих аниматроников бьют через стены. Один косячит, умирают все. Вы же знаете, двери открыли, не убивает же того, кто открыл, а убивает всех. О, что я могу? Слышите? Да. Воу! Кто помнит эту фишку? Я помню, я хотел прийти к раззабошку. Только тебя за километр видно. А чё? Вы двери не успели закрыть. Мимо. Поздно, поздно закрыли двери очень. Следующий идет. Взяли двери, открыли, когда я подошел. Есть еще один вариант. Маску можете одевать. Теперь я буду убирать выборочно. Тот, кто будет без маски, буду мочить. Так, кого у нас еще взять? У нас такие классные аниматроники. Так, а у нас еще есть... Кто у нас... О, я помню этого. Анимация, погнала. Встаем. А вы камеры можете нам чека, да? Прикольный звук. Побежали. Чё так медленно бегает? Очень странно. Слышите, бежит. Опа, а чё со мной? Откройте мне дверь, зачем вы меня тут закрыли? Я бегу за ним! Нет! Вы... я бегу, убийца бежит! А, говно, успели! В последний момент, еще чуть-чуть, я уже хотел прям... О, я могу на картофанах успеть по двери подлезть! Не надо! Беги, Димка, беги! А я могу что-то еще сделать, подождите? Ах ты! Я увидел, там кто-то бегает. А ну иди сюда, подлец. Так, давайте... А, я не могу другой режим включать, надо время определенно. Ах ты, негодяй! Сейчас я другой режим включу, сейчас. Тебе не покажется мало.
Отлично. Вижу еще. Быстрей, быстрей, быстрей. Опа! Ну что ты? Извините, кого зацепил, не хотя. Побежали сюда быстрей. Да блин, ну что вы успеваете? Молодцы, молодцы. Респект вам. Не, не ломай стекла казенные. Ну, блин, я хочу подлезть под дверь. Так хочется залезть к вам туда. У вас так тепло, впустите меня погреться, пожалуйста. Ну, впусти погреться. Ну, открывай двери. Вот, блин, палит. Ха-ха-ха, видно, да, меня? Мастерики. Я не могу удалить эту дверь? Ой. А, эту дверь нельзя удалить? Да нельзя вообще попасть. Ладно, ладно, понял. Вы мне не до... Шансов нет у меня за этого убить вас. Попробуй в другую сторону. Так, буду на сцене пока стоять. Чекните сцену, ребят. О, четко, видели, как встал быстро? Пошел, пошел. Убийца, псих. Сбой программы выполнен успешно. Вижу, вижу, вижу. Секрет, уходи, он сейчас оттуда пойдет. Ну. Да блин, последний момент. Вы что, мне гранату сюда кинули? Вижу, 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 вижу убийцу. А что ж ты хотел-то? Это убийца очень сложный. Дверь, кто закрывать будет? Так, офигенная серия. Мне очень нравится эта рубрика. Не в лифте, блин. Так, кого еще взять? У нас очень классные аниматроники есть. Очень. О! Ты что делаешь? Я вылезу, сейчас тебя убью. Опа! А ну иди сюда! Иди сюда, злодей! Я бегу на трех лапах каких-то странных. Успел, успел, успел. На ту сторону бежим. Ну чё, кинул вам всем, кстати, скримеров накидал вам. Эй, ты чё делаешь? Сейчас, подожди, сейчас. Дверь. А, это свой был. Так, смотри внимательно. Спасибо. Спасибо, секрет. Сейчас мне лагает. Так, так, так. А вот тут если? Впустите. Че я не вылажу? Благодарю. Ой, горизонт грязный. Молодец. Ой, блин, не то нажал. Не то нажал. Ты че, в моей пиццерии решил ходить? А ну иди сюда. Кинул скримачок и убил сразу. Так, кто у нас тут еще есть такой классный? Я. Точно. Так, кентафурик, я пошел. Опа, делаем злой режим. Ты за кого? А сейчас увидишь. А, здравствуйте, да, здравствуйте. Не открывай. Ждем, ребята, как только они откроют, я сразу побегу на shift. Я это сделаю очень быстро. Вот ты. Я же сказал, я это сделаю очень быстро. Это была атака ниндзи. Аниматроник большой, но при этом у него очень большие возможности. О, третий режим, очень злой. То был злой, теперь очень злой. Приближаемся, идем. Очень классный аниматроник, прикольный походняк у него. О, я звуки могу крутые издавать. Я приближаюсь к охранникам. Они молодцы, все. А, это не нравится мне. А я что-то не понял, а против тебя фонарики не работают, что ли? Работают, я ухожу. А, о, отползаю, отползаю уже. Мешает. С
Слышишь, ты? Нельзя так делать. Давайте проверим, Фокси меня убьет или нет. Ах ты, блин, Фокси вонючий. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, пацаны, сейчас придет еще один злобный аниматроник. Кого дверь, мы возьмем? Дверь, откройте дверь. Фокси давно не было. Тан-дам, тара-дам-дам-дам. Ах ты, злодей, злодеевич, иди сюда. Ты думаешь, что ты убежишь от меня? От меня еще никто не убегал. Бежим, 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 к пацану. Успели, хорошо, на ту сторону бежим. О, есть другой режим? Дверь, 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 дверь! Вот это убийца! Еще что за режим? О, режим мега злой! Все, пацаны, можете меня мочить, погнали! Все против меня, можете по всей пиццерии меня мочить, давайте, кто кого? ПВП, один аниматроник против всех аниматроников, охранников! Надо болить, надо болить! Так, я в свою коптерку забегаю. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега и Злая Панда. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас на всем. Давно меня никто не пугал. Ну что, Серега, я надеюсь, вы будете очень классными аниматрониками и не сильно меня мочить. Так что давайте по местам. Да. Тут куча вентиляции, не знаю, справлюсь я или не справлюсь. Еще, они еще и не закрываются, это вообще жесть. Ребята, если кушаете и пьете, приятного аппетита. А мы начинаем. Так, давайте сначала проверим, кнопки невидимые здесь. Так, есть. О, я все закрыл. Так, ну что... Открываем пока нечто. Так, я уже слышу, кто-то тарабанит по полам. Не ломайте, их только помыли. Смотрите, как блестят полы, очень круто. Прям просто крутецкий. Так, Димас, я слышу. Я иду за тобой. Я слышу. Только что вы сначала возле двери стойте, не мочите сразу. Ха-ха-ха, я успел. Я доберусь до тебя. Не-не-не-не-не, вызывай назад. Есть. Есть, есть, есть. Блин, они со всех сторон лезут. Так, ушел, 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 отлично. Не ушел, отвали! Ребята, ставьте лайк за хорошее настроение, потому что веселье только начинается. Так, ушли. Мужики ушли, открываем. Опа! Это какой-то звук очень стрёмный. Тихо, тихо, тихо. Блин, мне стрёмно. Тут паутина. Не помыли под столом полы. Ну что так грязно все. Мужики, мужики, мужики. Мне страшно. Какая-то карта очень стрёмная. О, я уже вижу аниматроника. Ну нафиг. Я успел. Так, никого. Отлично. Отлично. Ха-ха-ха. Тащим, тащим. Hello, hello. Электричество воровать не надо у меня. О, ну нафиг. Эй, убери Гошку свою, я не могу закрыть двери. Хай, хай. Блин, отвалите. Отлично. О, фу, двери держат своими руками прочными. Так, поуходили, поуходили. Отлично, ребята, мне нравится эта ночь. Крутецкая. И карта классная. Серега, в конце мы сделаем сюрприз, который ты хотел показать. Конечно. Нажмем там кнопку, и карта начнет черным заплывать. Не знаю, мы давно показывали или не показывали. Два штуки! Да ну нафиг! Нет, уходи, я тебе дверь открою! Два лефти пришло одновременно, да как? Да как вы так классно придумали? Мне еще такого ни разу не было. Ребята, напишите в комментариях, по сюжетке так должно быть или нет. Могут ли вообще прийти два одинаковых... Фух, я же запереживал, потому что пацаны классно нападают, мне нравится. Мне нравится, отлично. Уходи! Опять пятки подставила свои вонючие. Мангл лезет, ну пока надо лезет, батарейку еще будем экономить. Ух, ушла, отлично. Лезет, 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 где она? Здрасте. Тут все хорошо. Ребята, тащим, тащим. Фокси пришел. Фокси должен был сразу забежать, но это добрый Фокси, он сразу меня не убивает. Потому что начало ночи, дальше он, видно, жестко будет меня мочить.
Так, все спокойно у нас. Все хорошо. Открываем дверь. О, Чика! Все хорошо, хорошо, блин. Очень жестко, очень жестко. Да что за шоу? А! Ты закрывайся! Она успела пролезть или нет? Да уходите от меня! Вот это класс, мне нравится. Фух. Можно расслабиться. Да хватит, вы такие жесткие мужики. Все, ушли, отлично. Не ушли? Откуда шум? Фокси! Фух, Фоксюхин, ты свой, я вижу. Очень добрый Фокси, отвали! Где он? А где он? О, папа, где он пропал? Я зубы его вижу. Убежал, убежал, убежал. Стоит, стоит. Какой-то... Очень жесткий. Очень жесткий. Уходите. Так, ушел, 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 ушел. Нормально у нас. Димас, идет твой старый добрый друг. Это кто? Ну нафиг. А, не успел. Ах, ребята, затупил. Ну реально, да, ну не успел. Ну что, ну да. Я запереживал. Колени затряслись, блин. Ну что ты, ну что ты? Ты же добрый. А нет, не добрый. Я вижу, ты зубами шевелишь. Здесь у нас все хорошо. Отлично. Да как ты пролез? Да ну нафиг тебя. Там кто-то ходит. Офигеть, они ходят по пиццерии, ищут меня. Ну нафиг. Ха-ха-ха, класс. Опасно, опасно очень, ребята. Чё-то наш режим заедает у меня. О, я слышу Балору. Музыка играет, класс. Так, надо проскользнуть в другую комнату сейчас. О, песни поет. Это реально жестко, Серега. А мне понравилось скрываться от нее. Серега, давай нажми ту кнопку, повыживаем. Только пошли вместе. Как обычно, только как положено, пошли. Так, ребята, мы идем нажимать секретную кнопку в секретной комнате. В секретную дверь. С секретным человеком. В секретном ролике, на секретном канале. Ну-ну-ну-ну-ну, давай. Ого, видно, давно не открывали, ржавая очень. Да. Все, ребята, смотрите, что сейчас будет там лезть. И звуки такие страшные, реально как хоррор какой-то. Да. Так, надо сразу сюда лезть потихоньку, потому что она сейчас будет сзади нас. Давай, Серега, погнали. Если тебя сожрет, то... Да, это будет жестко. Ого, уже здесь, смотри. Да. Так, 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 лезет. Давай, бежим отсюда. Ой, блин. Ой, и Фредди. Давай, Фредди, спасайся. Ты наш человек. Я на этой кабаке. Отлично, ребята. Звуки такие неприятные, реально. Стенка, Димас, черная стенка. Я вижу, с этой стороны черная стенка. И с этой, ребята, ну все, нам конец. Сейчас что-то будет очень страшно. Мы все умрем. Возможно, и не все. А-а-а. Они все так, 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 так. Серега, как ты думаешь, что будет? Не знаю, Димас. Так, надо посередине прям встать, чтобы прям ноги и кишки все одновременно кол. Прощай. Пошли на того челя. Ух. Серега, пошли на того челика. Пойдем.
Фонарик работает, но не светит. Так, здорово, челик. Здорово. Мы как-то давно играли на этой карте, но не помню, было это или нет. Добро пожаловать, странник. Next. Сейчас надо на... Серега, прыгай вниз. Нет. Я извиняюсь, что говорю тебе это, но вы сломали карту. Она сломана сейчас, и здесь больше нет ничего. Мы увидим. Верни все обратно. Навсегда. Нажимай. Ну? Нажимаю. Может, прыгнуть надо? Ну, не знаю, прыгай. Ого, звук такой прикольный. А где вы? О, где это мы? Что-то у меня все красное. Я полетел... Ай, а ты поехал сюда в одно и то же место. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, классные подписчики, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас на всем, аниматроники пугают охранника, Димочек, поздоровайся. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Начинаем. Диман, так. Карту эту уже не обновляли 10 тысяч лет, когда же аниматроники тут, ой, так, когда разработчики. Уже... Разработчики. Быстро. перекрасили полы. Так. Закрывай, закрывай. Полы. И побелили потолки. Потолки, да. Ладно. Чё же? Это что, шестая ночь, что он уже пришел? Эй! Димон, нафига ты открыл? Это он открыл? Нет, я не открывал. А, это значит он. Это он открыл? Да, засранец, ты так научился открывать двери уже. Я на шкатулке танцую, а пока. Всё. Всё отлично у нас. Дивас, он зайти не может. Слышь ты, о, еще зашел подписчик. Сейчас будет два аниматроника против двоих. Ой. Дима, что он там бегает? Я не понимаю, что он хочет от нас. Что-то хочет, мы ему коинсы не даем, монеты. Что тебе надо? У нас пиццерия. Ага. Иди работай. Вот это мне нравится. Это что, пылесос живой, что ли? Я не понимаю, это как? Ну да, похож. Знаешь, такой выкидыш эндоскелета. Что-то в этом есть такое. Это, короче, обнимается, он понял, любит обниматься. Так, тут есть вроде кам-2, кам-3, но они не переключаются. Это просто за. Просто статичная картинка, без всяких приколов. Кстати, постеры все четенько сделано, мне нравится. Может, что-то и улучшить? Разработчик, обнови немножечко карту, сделай что-нибудь здесь новенькое. Знаешь что, разработчику, надо оптимизацию завести. Мы не можем ни свет, ничего поставить. Тут полагает сразу. Да, ну ты, мне кажется, он не смотрит нас. Он... Ой, Фокси. Ему скажут другие, поверь. Да, да, да. Димас, иди беги отсюда. Там аниматроники. Димас, за тобой. Да отвали от меня, беги. Димон. Это спринтрап. Нет, это не спринтрап, это этот, Лефти. Это Автон. Автон, Лефти. Я уже запереживал всех аниматроников на планете, заорал. Димончик, закрывай. Блин, говно. Так, 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 я здесь, я здесь. Че, убил, что ли? Конечно. Отвали! Отвалите от меня. Они не могут меня поймать. Та-ра-тай, тара-та-тай. Друг друга мочат. А-ля-ля-ля. Бегай в хату нашу. Бегу. Оу! Ах ты же поклон. Ладно, на следующий раз забежишь. Ого, да. Стрёмный вообще этот. Скример. Сейчас немножко подлагает у вас пару кадров в секунду. Ну да, да. Да, да, уже нет. Подлагал. Диман, я помню прятки, когда я сказал, что все меня видели, кроме тебя. Я помню, да. Прикольно получилось. Вот, Димас, а ты сейчас меня видишь? О, здорово, я тебя знаю, ты дипер. О, Димас, а за тебя кто-то есть, беги. А он не залезет сюда, он секун. Он там... О, Диман, это классная нычка, мы тут, кстати, еще давно... Я тут вообще не лазил. 1000 лет. Он там, он там. Он лезет. Лезет? Не, не лезет, они вон там танцуют что-то, чамбу. Кстати, вот я смотрю, по вентиляциям лезу надписи, сразу вспоминается карта хоррор. Так что, ребята, если вы хотите хоррор, пишите в комментариях, мы запишем. Что вы напишете? Ну да, пишите, в общем, что хотите видеть в следующей серии. А мы прочитаем. А мы постараемся все исполнить. А в одной серии. Мы, наверное, прочитаем и, наверное, запишем. Сразу все игры одновременно. В одной серии. Да. Да. Хотите, кстати, такую тему? Это будет жестко. А куда мы идем вообще? Димас, знаешь, что мы забыли? Что? Сказать, чтобы люди пальцы вверх поставили. И еще знаешь, что мы забыли сказать? Чтобы они подписались. Подписались на Димасика. Нормально, не на Димончикса. Ссылочка в описании. Вы такие, да, пиарщики от бога.
Да, да. Просто губка Боб и диппер пиарщики. Что за вентиляция бесконечная? Я удивлюсь, если будет тупик. Это жестко будет. Не, я тебя к выходу сейчас веду. Понял. К выходу к аниматроникам. Блин, я не знал, что тут вентиляция они такая большая. Они там ждут, типа. Ну что, по кругу обошли, вернули. Ай, блин, пошли дальше. Давай, направо, налево мы ходили. Димас, а тут выхода нету с этой вентиляции. В смысле нету выхода? Только ну, в наш только офис? Вот, единственный, только да. Блин. О, давай ты что-то им туда кинем какой-то. О, давай домовуху. О, давай. Подожди, а нету. Тихо, 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 тихо. А да, они там. Они там, они там. Давай, давай я пройду. Можно кинуть. Чё? Кусок колбасы? Да. Ну да. Кусок хлеба? Смотри, смотри. О, Димо, ну ты чего? Давай я кину за тебя. Давай я отвлеку его. Раз, два, три, за мной побеги. Так, ребята, сейчас я буду кидать. Надо Димон рикошетом. Он меня потерял. А, блин, сам себе кинул. Вот ума вообще, ну. Вас красава. Я очень умный человек, обращайтесь. Если надо что-то помочь, я вам помогу. Если надо кинуть гранату, я кину. Пацаны, нет, не ешьте меня. Ешьте, ешьте его. Так, сейчас граната. Что? Все, я иду, граната прошла. Это что, Эйнард? Блин. Тихо, тихо, мужик. Мужичок. Димон. Эйнард, это же мужик, да, он. Нате вам. Димас, тут так стрёмно, они везде бегают. А я кидаю гранаты эти везде. Да под себя? Нет. Везде под себя кидаю. Во-во-во-во, дамажит, дамажит. А, дамажит, не может меня убить из-за этого. Ах ты, блин, я испугался. Красавчикс. Айпро. Как переводится my fun day? Мой веселый день? Да. Димон, я взял копья. На тебя копьем. Человечки какие-то связаны. Ай-яй-яй. Фредди Фазбер, Бонни, Чика, Фокси, за пираты. Ай, кто там? Да блин, дай мне прожить хоть минуту. Димас, ты слежишь за Эйнардом, как он... У него куча глаз на... На жопе? Вот. Ой, на спину. На жопе. На тебе, Эйнард, как копьем ему в спину. Везде. Эй, отвали, я телефоном буду мочить тебя по голове. А там скраб-бэби. Офигеть. Так, аниматроники Димас... хотят копьем. Они хотят по башке что-то, да. Так, надо чем-то их наказать. Ай! Спанч Боб! Класс, ну... ребят, это вообще супер. Димон, я взял, короче, такую колобаку. Иди сюда. Я тебя сейчас... На! Сейчас Т4 поставлю. Ух ты! Жахнуло так жахнуло. На! Си-4 моя. Нифига себе, Си-4. На! Я самоубийство сделал, живым не дамся. Я убил чувака. О, если я кину так, она тогда полетит? О, Димон, смотри! Подожди, я тут Си-4 поставил, я сейчас ухожу. Ай, блин, в чувака попал. Сейчас будет взрыв, Димас, огромный, взрывчанский, смотри. Давай. А я на спауне, тут гранат накидал, я умираю в своих гранатах. Ну, умный человек. На, слышал взрыв? Нет, 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 на спауне ничего взрыв не слышно. Был, Димас, такой мощный, вообще жесть. О! О! Ой, хорошо, что дверь не открыл. Так, Васик, ты где там? Я лезу к нам в вентиляцию. Это что, попугай? Где? Димас, тут волчара и попугай. Я вижу, я вижу. Волчара, отвали! Блин, вентиляцию лапа меня прям достал, царапнул. За жопу куснул. Да, да. Ой, Бонни с гитарой поплясал. Так, поплясал, да, говоришь? Угу, поплясал. А, нельзя ядерный удар. Ой. А, не работает. Я фонариком балуюсь. Так, 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 сейчас пацаны, мы... иди сюда. Так, на! Выше и выше. Не, не на. Нет, здесь не спрячусь. Как эту штуку открыть? Димас, я спрятался, короче. Куда? Кухня. На кухне. Кухня? А чё там вообще? А, ничего. Ну смотри, на кухне пицца. Вкусная? Очень. Я иду. Ко мне Молтон Фредди пришел. Нет!
Блин. Так, я линяю, я линяю. Они нас подслушивают, Димас. Поднюхивают. Именно. Нюхосранский. Так. Так я что-то лажу, не могу найти пасхалку, где дверь открыть. Ох ты. Диман, дай дверь откроем, где черное пятно лезет. Черный человек. Да. Давай, пойдем. Не могу найти его. Чё-то... А, вот. Она вот сзади, где ты спавнишься, сзади. Ну не открывается, или это не та дверь? Димас, ты не в ту зашел место вообще. Да? Да. Я знал, плюс проверяю, знаешь ли ты? Знаешь. Конечно, знаю. Красавчик Димончикс. Димончикс. Во! Вот ты. Я ее удалил, потому что она не нажималась. Давай карту обнулим, а ну стой. Давай. Очистить. Все, убрал он эту штуку, не работает пасхалка. Ах ты разработчик, нет бы добавить что-то, взял, убрал. Взял, убрал, ну, зачем? Блин, вот ты офигел. А это точно была эта пасхалка? Да, именно та дверь. Смотри, вот я удаляю эту штуку. Ну. И ничего. Так потому что разработчик офигелся. Ой, Димон, беги. Ой, блин. Съели? Конечно, съели. Димас, я не хотят, да, не? Не хотят. Продаю. Так, аниматроники, я туалетную бумагу продаю, вам надо? Да я пошутил, вам не надо, уходите. О, тихо. Ты успокойся, сегодня твой день, я знаю, не твой. Все, я побежал. Диманчик. Ну тебе! За, а мне, а меня-то за что? Диман, это так просто как бы получилось. Это непредвиденные жертвы. Кстати, на спауне вообще нифига. А вот здесь, ого, здесь сколько всего. Да тут вообще все красно... Краснота одна. Все четко. Пацаны, ну что, вам нравится? По виду. Ух, Спанч Боб, он же свой. Димасик, достаем пушки. Давай. О, четырехударная ракета. Давай. Ша. Мочи их. Ну еще раз. Меня-то за что? Я не тебя не хотел. Ты что, только тебя убиваю? Где они не умирают, а? Ой, что они не умирают? Столько одного меня убивает. Может, у них тина жизни много просто, поэтому не могу их убить. О, я возьму админский пистолет. Ого, на, говорю тебе я. Чё, кто еще против меня? Самого мощного охранника на этой планете. Ого, Димончик, мы тут творим чудеса. Я никого не вижу, тут очень много дыма. Это ты все это время стреляешь чем-то? Ох! Димон, я свой! И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока!